Всем привет! Это видео в большей степени я снимаю для себя. Потому что это видео для меня сложное. Снимать я долго думал, снимать, не снимать. Сегодня 11 октября 2022 года. И этот день, все, так скажем, начинается все с нового листа. Недавно в нашей семье произошли определенные события, крайне неприятные, которые наложили свой отпечаток. Вот. Что, как, зачем и почему это останется между нами, между семьей. Было сложно, если даже сравнивать, к примеру, там с Англией. Англия — это вообще ни о чем. И вообще все, что в моей жизни было, когда-либо происходило, ничего подобного не было. Это очень сложная ситуация, очень неприятно все это, конечно, то, что было. Но все. Этим видео я как бы хочу сказать, что все, что было, обратно не вернуть, ничего не изменить. И пора двигаться дальше. Да, на канале в основном как бы какие-то позитивные, в основном позитивные видео. Ну и такое тоже должно быть. Повторяю, что больше это для меня, потому что я хочу посмотреть это видео лет через 5, может быть больше. И, ну, не сказать, что я буду смеяться над этим, да, то, что я снимал. И я хочу просто себе показать, что что ты имел вот на этот момент, 22 год, 11 октября, и что ты сейчас имеешь спустя 5 лет, допустим. Я надеюсь, что ты добился того, чего ты хотел. Я надеюсь, что все твои планы, которые были на этот день в твоей голове, реализованы. Я уверен, что у тебя все получается, что ты живешь в счастливой семье. Маша, Вера рядом с тобой. У вас была, есть возможность путешествовать и жить и радоваться каждому дню. Вы можете и позволяете себе это делать. Вот, в принципе, я надеюсь, что это так. Ну, я уверен, что это так. И вот, опять же, этим сюжетом я вам хочу дать понять и показать, что нет ничего невозможного в жизни. Все, что с вами не случается или случилось, через все можно перешагнуть, не опуская рук, и двигаться дальше. Двигаться и добиваться результатов каких-то. И я вам постараюсь на своем примере это показать. Так что скоро будут новые сюжеты. Никто ничего бросать не собирается. Выдохнем и будем двигаться дальше. Всем спасибо за внимание. Удачи. Пока-пока. Скоро увидимся.